Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня английский сервер, топ-1 аккаунт. Будем сегодня, как обычно, играть в акции. Посмотрим, что у нас интересного есть. Прокачаем силу. Думаю, уже 567 апнул. Поехали. Сегодня у нас такой вот базар, рынок. Я вам весь не покажу, потому что утром часть забирал. Ну, относительно русского намного круче, сразу говорю. То есть, как видите, здесь за 100 баксов можно уже собрать огника без проблем. Давным-давно, причем Некрос 50-ку стоит, плюс топовые плюшки. У нас такого даже близко нет. Ну, вот добавили уже все-таки пятые сундучки. С них очень хорошо падают именно вот эти вот желтенькие кристаллы. Красные очень плохо падают. Что у нас еще интересного? Вольт уже за 10-ку, плюс Анубис, плюс Пак. Ну, в общем, видите все сами. То есть, по сути, все стоит очень-очень мало. Бугик, топовые руны. В общем, вот как-то так. Помимо этого появился, ну, кристальный сундучок. Вот такой вот уже можно сразу посмотреть на награды. Мне тут нужен был только купидончик, потому что его не хватает. Скинул вот 8-й ожог, продается. Ну, дальше уже, видите, начинают продавать рунки. 20 питомца, но оно того, честно говоря, больше эти паки не стоят. СУ начали продавать, вот есть. Пират тоже интересный. Камни, мешок огника. Бигфута сюда впихнули. Вот так вот, и 8-ю. Пятая и седьмая. Вот у меня 135 мешков уже накопилось. Так, окей, забираем плюшечки. Что мы имеем? 5 некросов, которые по сути уже беспонтовые. 30 камней, 125 сундучков, 40 сумок таких вот и 200, самое основное, это 200 панчбоксов, которые на сегодня, скажем так, очень интересный питомец, потому что он увеличивает атаку героя. Так, отлично. Бихрлёва выбили. Так, что у нас по пэтам интересного сегодня? Давайте коробочку нашу улучшим. Вот сейчас сразу автоматически практически уже, ну, я думаю, до Нового года вряд ли мы апнем столько силы, тут уже качать по сути то особо нечего. Так, надо 23 уровень, а у нас 20, ну еще надо качать и качать. Хорошо, поехали дальше, поехали посмотрим, что там акция у нас есть. Так, кристально, это понятно. Вот началось на английском сервере движуха очень интересная. Второй день сегодня, завтра будут другие. Покупаете большой пак, получаете точно такие же плюшки в подарок. То есть, если я вот его забрал, он был у нас завтра, мне по идее утром должны прийти награды. Сколько там дается времени? 48 часов. На протяжении 2 дней вам придут повторно эти же награды. То есть, за большой пак вы получаете 100 скина, 800 сумок. Последних еще дополнительно 4 сумки и 2 миллиона кулаков. Вот как-то так. Завтра будет смена, то есть, я так понял, видите, сегодня второй день. Вчера давали огника, если я не ошибаюсь. Сегодня у нас уже дают вот такие вот плюшки. Это календарик, честно говоря, не особо интересное. Так, Winterfest. Ну, тут даже поехали посмотрим, что здесь. Так. А, это какой-то код. Можно гифт ваучер вот так вот. Можно получить бесплатно. Ну, это такое неинтересное нам. Поехали дальше. Фестиваль я уже вам показал. Или тут сейчас нам покажут, какие награды будут все. Не показывают. Так, сегодня только первый. А, вот на первый, вот что нам на первый давали. По 129 рун каждого вида.
120 кулаков. Сегодня у нас уже второй день. Так, и покупка за покупку у нас была. Tower Gifts. Ну, это дополнительно то, что мы получаем. Императорская. Идем посмотрим, что там интересного есть. Ну, все как обычно, всякая фигня. Но сейчас что-то заберем, потому что к утру пропадет. На ремку не хватает. Шанс нам... Шанс... Так, что тут 120? А тут 160. И давайте зафайлим. Кого зафайлим? Афина нам не нужны. Давайте вот зафайлим Некроса. Ну, тут, как видите, просто тупо файл. Даже будет 99%, все равно будет файл. Так, Treasure Chest. Вот это сейчас пойдем. И, так, покер матчера. Ну, дальше уже идут интересные акции. Поехали сюда. Посмотрим, что у нас тут. Так, Дракоса мы выиграли. Шарды, шарды. Так, Орикс Бейн. Пампкин Дюк. Варлок. Ничего себе. Жестко, жестко. Асура, скелетика даже. Деск Найт. Так, ну короче, такое себе. Самое интересное здесь. Хотя бы легендарных. Сантабум, нифига себе. Даже Деда Мороза словили. Опять драка с повторной пошли. Пампкин. Вот. Бастимер, Пампкин опять. Короче, больше всего тыквок падает. В принципе, это и правильно для новых аккаунтов, именно то, что надо. Так, ничего себе, пятая коробка, Валентина. Ну, короче, как вспомогательная акция, в принципе, пойдет. Иди, Лео. О, ничего себе, психощит 4 уровня. Огонь. То, чего нам не хватало. Так, поехали, Lucky Flippy. Посмотрим, что у нас тут сегодня выпадет интересного. Тут сейчас мы, думаю, быстренько это все запайлим. Триантик, еще один триантик. Укротитель, отлично. Чем мне нравится этот сервер, то, что здесь все намного быстрее. Смотрите, сейчас триантов наловим. Леди Лео. Кстати, тут герои падают с этой акции очень прилично. Опять Леди Лео. Интересно, кого больше упадет? Бревна или Лео? Походу, бревно Вин. Так, опять Бихра Лео. Ну, по сути, те же герои падают. Ничего интересного отсюда нет. Может, Кермачери сейчас сыграем. Комбинацию вытащим, хотя вроде у меня и трат там не было особо. Ну, Варнок опять. Ну, опять Валька, те же самые герои падают. Так, и 100 гемов в итоге. Так. Императорская, Smash and Win, поехали. И потом еще в покер забежим, глянем. 7 попыток. Трикси, ведьма. Капитан Дрейк. Капитан Дрейк. Prime Hero. Малыш Ник. Пятая коробка. И малыш Ник. Короче, такое себе. Поехали сюда. У нас тут есть траты немножко. Так, ну окей, поехали. Тройку или короля нам надо словить. Будем так по очередности. Если не добьем, то не добьем. Ай, блин. Сволочи, давайте дело сделаем.
Блин, обидно. С фильмом было им что-то интересное, надо было короля менять. Так, 993, нужно девятка или тройка. Ну, на китайке эта комбинация очень хорошо заходит, когда собираешь три карты. Нет. А, вот собрали, есть. Exchange. И что мы получили? Prime Hero Card, пятая коробка, Pet Pack 2. Ну, короче, такое себе. Такое себе, поехали еще один дел сделаем. Так, 8, 10, 6, 5. Так, восьмерка, пробуем. Это самая такая верная комбинация. 3 плюс 2. И остальное, что я пробовал на серверах, честно говоря, не заходило. Точнее, на китайке, на этом, у нас на русском этого нет. О, ничего себе, зашло, видите. То, о чем я говорил, собирайте одну комбинацию, и будет вам счастье, хоть что-то получите в акции. Все, делаем дел полностью. И побежали открывать топовые плюшки. Сейчас посмотрим, чем мы наловили. У, 60. Пропадут у меня книги все, которые были. Перелимите, если я сейчас перезайду. Ну, смотрите, героя наловили неплохо. Это четвертый этот, я думал. Вот 1250 книг у меня сейчас улетят при перезаходе. Так. Ну-ка, если мы попробуем так сделать, 500 книг спасем. Значит, 750 пропадет. Такс, что у нас есть интересного? Интересного и съедобного. Поехали. Так, талантики мы кому-то выставим. Коробочки надо копить. Однозначно. Так, тройка. Карточки. Ну, первые откроем. Вряд ли даст, не даст открыть. И вторые тоже не даст открыть. Перелимит ресурса вот так вот. Играй как хочешь, называется. Так, сетпак. Ну, давайте. Ну, замедление дало ожог. Тоже неплохо. Хотя оно все есть уже рунами. Восьмыми. Так. Так. У нас добавили, что у нас тут падает. Ну, я даже это открывать, честно говоря, не хочу. Так, третий у нас красные кристаллы. Вот это нам надо, если даст открыть. В принципе, должно, поехали. Нифига не дает. А что у нас теперь лимит уходит? А, кулаки. Вот так вот, ребят. А потом освободим. Так, это четвертый нам тоже их не даст открыть. Мы их пока не будем открывать. Там с лабиринта новые сундучки. Так, значит, поехали открывать вот эти вот. Посмотрим. Вот один красный, два. Ну, четыре, в принципе, неплохо. Четыре красных дала. Поехали еще. Оп-оп. Пятерочки пооткрываем. Ну, такое. Такое себе. Так, что-то мы сможем кого-то прокачать даже. Да, сможем его. И завтра еще придет нам 50. Можно будет еще поднять силу. Так, что у нас еще интересного? Кого нам еще прокачать? На девятку. Малышник у нас просится на девятку. Так, этот у нас уже девятый. Можно, в принципе, и Вальку апнуть. Это мне нравится, герои с живой. Так,
Такс. Даже Минотаврик у нас уже прокачанный на девятку. Так, тут девятка Одера. Я не знаю, что я с ним буду еще делать. Так, ворожей со. Жила огненька. Триантик. Хрон уже есть. Так. Бигфуты вообще все девятые. Тут девятку качнул. Даже фиг его знает, кого накачать на девятку следующего. Ладка. Да, вариантов, конечно, не особо у нас много. В общем, не знаю, даже напишите в комментах, кого вы хотите увидеть на девятку, с каким талантом. Варианты, конечно, есть. Сейчас мы сделаем вот священку девятку. Будет тоже друг живучий у нас. Так, что у нас еще интересного есть? Так, Гаргул. Ну, Гаргула, честно говоря, не особо хочется на него тратиться. Тыковка, малышник. Малышник. Давайте малышника девяткой сделаем. Напишите, если захотите увидеть. Так, что у нас еще есть на одного героя, по-моему, если не ошибаюсь. Осталось, пока оставим. Может, что-то интересное будет. Может, новый талантик качнем. Вот так вот, ребята, вот такая вот у нас вторая сторона доната. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.